Умные электровеники. Так нарочито пренебрежительно мы отозвались о роботах-пылесосах в одном из наших видеообзоров. И похоже, придется нам взять свои слова обратно. По крайней мере, результаты тестирования iClebo Omega, новейшего устройства от корейской компании Yujin Robot, убедили нас в том, что следующее поколение таких роботов приставку пылесос вполне заслуживают. Омега – уже третье устройство семействе iClebo, объединяющим также сверхпопулярную модель Arte и Pop – первый девайс в линейке пылесосов Yujin Robot. Комплектация Омеги – классическая: пылесос, боковые щетки, зарядная станция, пульт, швабра-насадка и пара запасных полотен к ней, ограничительная магнитная лента, блок питания, запасной фильтр HEPA, щетка для чистки и, конечно, руководство. Форм-фактор новинки близок к традиционным решениям, но есть в нем и своя изюминка. Это не круг, если смотреть сверху, но и не скругленный квадрат. Высота обтекаемого корпуса Омеги чуть менее 9 сантиметров. Контейнер для мусора прячется сверху под крышкой. На наш взгляд, это более удобный вариант, чем торцевое размещение, как это было у Arte. Ведущие колеса размещены необычно, под углом друг к другу. Это связано с изменением формы корпуса и призвано повысить точность маневров. В качестве основной используется резиновая турбощетка, которая к тому же снабжена плавающим механизмом, точно повторяющим контуры поверхности пола. Ну и оригинальные боковые щетки, их форма как бы говорит: нет мусору в углах. Информационный дисплей робота совмещен с сенсорными кнопками и широкоугольной камерой. Она является главным аппаратным компонентом двух технологий, отвечающих за навигацию. Визуальное построение карты помещения VSLAM и сравнительный анализ таких карт, построенных ранее, под названием NST. Вторая технология используется в пылесосах iClebo впервые. Всего же в Омегу встроено более трех десятков сенсоров. На бампере размещены механический датчик касания, а также оптические и инфракрасные датчики определения расстояния до препятствий. Снизу — определители уровня пола и магнитной ленты ограничителя. Внутри — датчики пыли, наличие фильтра, гироскоп и одометр, определяющий пройденное расстояние. В целом, Омега довольно похожа на другие пылесосы, но, как утверждает разработчик, новинка аккуратнее обращается с мебелью, проще очищается от шерсти и волос, лучше убирает в углах и, самое главное, обладает значительно возросшей мощностью всасывания. Проверим. Первый тест. Посмотрим, как Омега справляется с разными типами мусора. Для этого в студии мы соорудили импровизированную жилую комнату, где роль одной из стен выполняет магнитная лента-ограничитель. Едва ли не самое важное во всем процессе – подготовка комнаты к уборке роботом. В инструкции этому посвящено целых 4 страницы. Роботизированные пылесосы, увы, пока не научились летать, аккуратно скручивать провода, прилежно складывать ваши носки в аккуратную стопочку. И, возможно, это к лучшему. Крупа, сахар и другие имитаторы загрязнения равномерно нанесены на пол, покрытый ламинатом. Площадь около 5 квадратов. Режимов здесь немного, и это хорошо, не запутаешься. Надежности ради мы выбрали максимальный. В этом режиме маршрут пылесоса представляет собой двойную змейку. Прошло 10 минут, Омега вернулась на базу. Переходим ко второму тесту. Размещаем по центру коврик, рассыпаем все тот же мусор. Заезжаем на испытательный полигон и запускаем точечный режим. Пылесос накручивает спираль диаметром чуть более метра. Омега автоматически определяет тип покрытия. При работе на сильно загрязненных участках и коврах включается режим турбо. Остатки дочищаем в ручном режиме. Пульт это позволяет. Между делом заметим, что легкие коврики, покрытие с длинным, более 2 см ворсом и бахромой, Омега, как и все его конкуренты, не любит. Не изобрели еще таких технологий. Для полноты картины 3 дополнительных теста. Так мы проверяем работу датчиков перепада высот, а так способность пылесоса преодолевать порожки. Тут все как заявлено, 1,5 сантиметра Омегу не остановят. Наконец, влажная уборка с помощью смоченной в воде микрофибры. Результат приемлемый. Для того, чтобы навести окончательный марафет в небольшой комнате, хватит вполне. Открываем контейнер для мусора. Полным-полна коробочка. На основную щетку намоталась кое-какая мелочевка, но удалить ее несложно. Это вам не вариант с щетиной. А вот на очистку боковых щеток понадобится время.
В режиме уборки максимальный, результат, можно сказать, безупречный. То, что раскидали боковые щетки, робот подобрал во время второго прохода. Уборка в углах кое-что осталось, но в целом форма корпуса, боковые щетки и сильный движок сделали свое дело. С мебелью Омега обращается бережно, но столкновения случаются. Неустойчивые объекты лучше убирать. Самое интересное – ковер. Корейцы не обманули. Благодаря значительному росту мощности всасывания, пылесос играючи справился с этим заданием. Пара слов о навигации. Все новейшие роботы-пылесосы редко испытывают проблему с ориентированием на местности. И iClebo Omega не исключение. За неделю домашнего использования пылесос ни разу не потерялся на просторах трехкомнатной квартиры. На базу возвращался исправно и лишь изредка подталкивал ее при стыковке. Мощность новинки действительно выводит этот роботизированный пылесос на новый уровень. Есть, конечно, в Омеге и целый ряд менее заметных технологических и программных усовершенствований, но это именно тот случай, когда мощность решает многое, если не все. Кстати, за эту самую мощность приходится платить, и производитель этого не скрывает. Несмотря на рост емкости батареи, время автономной работы Омеги ниже, чем у популярной модели предыдущего поколения iClebo Arte. Но, как показали наши испытания, оно того стоит. Подписывайтесь на канал Geek to the Future, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Хотите больше обзоров, поддержите наш канал. Реквизиты в описании к этому видео. Ну и, конечно, не забывайте, что будущее в наших руках. Еще больше интересных новостей и видео в наших группах в соцсетях. Подпишись сейчас.